Народ, привет всем, как вы там все живы-здоровы? В общем, взяли уже ключ взяли от Toyota, как можно видеть, да? Но мы находимся в автосалоне Mercedes-Benz. Приехали осматривать автомобиль для одного из наших заказчиков из Узбекистана. Но не Mercedes, но в Mercedes есть тот автомобиль, который нам нравится. Этот Mercedes мне понравился, я решил его чуть-чуть заснять и вам показать. Красивый беломатовый цвет с ценой 207 830. Вот такой шикарнейший на карбоне, полная комплектация, алькантара потолок 63. Ну, в общем, мы идем искать наш автомобиль, тот, который мы приехали осматривать. Были условия: Cape Stone черный на черно-белой комбинированной коже. И еще одно условие было: обязательно, чтобы машина была гибридная. В общем, мы нашли это сочетание. Я спросил, почему гибридная? Он говорит, потому что я боюсь, что отец, это он для отца покупает, он говорит, боюсь, что отец, говорит, на нее установит газ. Говорит, будет в Узбекистане ездить на газу. Говорит, поэтому я хочу, чтобы она гибридная была, чтобы на нее нельзя было поставить газовую установку. В общем, такая смешная история. Вот эта машина, Cape Stone, 23-й год, абсолютно новый автомобильчик. i4 Max мотор, хотя у нас в наличии есть такая, только белого цвета на черный. Ну, опять же, не Cape Stone, у нас TRD Pro. Я предложил, он красиво отказался. Тоже новая, если кому-то надо, дайте знать. 9-й месяц, 25 пробега. У этой машины есть небольшая фишка, которую я вижу первый раз. Я ее покажу вам чуть-чуть попозже. Три памяти сидений. Вот здесь так под дерево красиво сделано. Есть шторки вот такие на втором ряду и на третьем ряду есть шторки. Пожалуйста. Так. В общем, что здесь еще есть? Климат-контроль, есть подогрев охлаждения для заднего ряда, есть два типа зарядок и также есть розетка. Чтобы удобно было залезть, сесть, допустим, или зайти на третий ряд, нажимаешь вот эту кнопку, вот так она открывается, и человек наступает на ступеньку, наступает сюда и чисто садится красивенько вот там сзади, удобненько. Вот здесь есть такая кнопка, вот, и я вам сейчас покажу еще одну кнопку вот здесь. Так. И задний ряд можно вообще вытащить, третий. Вот, смотрите. Вот видите кнопка? Ты его опускаешь. И там, если тебе надо что-то перевести, допустим, сделать багажник побольше. Ты опустил спинку, вот эту отодвинул, там отодвинул с двух сторон, взял. И вот эту сидушку вытащил, положил у себя дома где-то в гараж. Вот, смотрите, раз. Ну, я вытаскивать не буду, чтобы дилер у нас не ругался. В общем... Здесь тоже есть зарядка, пожалуйста, подсветка. Кто не знал, аккумулятор, где находится у гибридных Sequoia, он находится вот здесь. Вот здесь находится аккумулятор. Открываешь, он там находится. Так, поднимем эту нашу сидушечку. В общем, что здесь есть? И здесь можно ножкой вот так, в общем, двигать. И багажник будет опускаться. Запаска у него находится снизу. Сейчас я ее покажу вам тоже. Вот здесь запасочка. Чтобы запаску опустить, в общем, там есть процедура небольшая. Камера есть. Нужно все разобрать сверху. Можно вот так еще в багажник залезть. А здесь, оказывается, еще одна камера есть. Смотрите, я даже не знал. В общем, вот это все нужно разобрать. Потом вот эту крышку открыть. Там есть специальный тулс. Инструменты специальные для того, чтобы опустить вашу запаску. Вот.
В общем, вот такой интересный автомобиль. Но что мне в нем понравилось, в этом автомобиле, сейчас вам покажу. Сидушки потом подниму. А мне понравилось в этом автомобиле вот такая фишечка. Смотрите. Первый раз вижу такую фишку. В нем есть, получается, сейф, который прикручен к раме, получается, автомобиля. И там можно возить какие-то драгоценности ваши, там, не знаю, оружие, пистолет, там, не знаю, деньги. Чтобы если кто-то стекло разобьет, да, он не смог достать его резко, быстро. Так, получается, подогрев вентиляции, как всегда. Еще одна плюс зарядка. Здесь зарядка беспроводная. Это выстраивать тормоза для прицепа, если вы будете тащить прицеп за собой какой-то. Там есть фаркоп, имейте в виду. Камера 360. Так, что у него еще есть тут? В общем, много разных фишек. Держание полосы. Панорама на всю крышу. Давай откроем подкапотное пространство, посмотрим, что там под капотом творится. iForce Max. Гибридная установка. В общем, абсолютно новая, целая, без всяких подводных камней машина от американского дилера. В Мерседесе она находится. Не знаю, может, у них есть и у этого же бренда, ну, имени дилера есть также и Toyota. Поэтому они сюда привезли, не знаю. Но чем классен этот автомобиль, тем, что мы не платим налог. У него уже есть тайтл у данного автомобиля. И нам не надо будет платить налог за него. Мы его просто покупаем. Вот этим хорошо, несмотря на такой пробег маленький. Вот. И все. Так, глушим его. И, ребят, если вам понравилась видюха наша, делитесь нашими видюхами. Кто в теме, кому нужны автомобили с Америки, мы вам тоже что-то подберем и отправим. Ставим лайк и пишем комментарий. Спасибо всем за внимание. Это был осмотр для нашего заказчика из Узбекистана. Но 99%, по их словам, мы будем покупать. Потому что, ну, в общем, это то, что им надо. Потом покажу дальше, что будет. Всем на связи. Ребят, любые машины с Америки. Мы находимся в жаре. Здесь пальмы. Проехал я немало времени, чтобы посмотреть эту машину. Очень немало. Так, вот и все, ребятки, в общем, получили ответ от нашего заказчика. Забираем машину. Подошла. Понравилось. Всем спасибо за внимание. Ожидайте ее на узбекистанских дорогах. Или на дорогах Узбекистана. Так, мужики, я уже завдаток дал за вашу машину. Она уже продана, она уже за нами, уже никто ее не заберет.